Здравствуй, дорогой зритель. Рад приветствовать тебя в 10-м эпизоде прохождения игры «Никто не хочет умирать», она же «Nobody wants to die». Если ты не смотрел предыдущую серию, как всегда, очень рекомендую посмотреть. Там очень интересная, глубокая арка, которая прям разрывает сознание. И я обещал, что что-то должно произойти хорошее, и надо лететь на помощь нашей подруге Саре. И полетели в этот эпизод. Джеймс, куда ты направляешься? Не волнуйся, я прямо под парком. Не хочу столкнуться с нашими коллегами, уже пролетаю. Перекрыть воздушное пространство. Повторяю, перекрыть воздушное пространство над парком. Перегруппируйтесь на 57-й и не делайте им, не дайте им пройти на юг. Я скоро буду. Тяжело сегодня быть комиссаром полиции. А кому сейчас легко? Манхэттен, Центральный парк. Грин не смог бы придумать лучшую эпитафию для себя, даже если бы никогда не был живым. Лес из поддельных деревьев. Что там случилось? Знаю только, что толпа провалилась через полицейский кордон, напала на богачей на церемонии. Где сейчас Сальма? Чёрт! Твою ж медь. Джеймс? Джеймс? Are you there? Ты там? Картинка пропала. Скажи что-нибудь. Прием. Джеймс! Джеймс? Живой. Ты в порядке? Сильно приложился. Джеймс, ты в порядке? Кажется, да. Жестко приземлился. Сообщи, что рядом со мной разбилось. Ты видел кого-нибудь из офицеров? Вон он! Живее! Передавай, скорее! Кто-то идет! Он еще дышит! Прячется, зараза! Что начал подкрепление? Держи его! Секундочку, у этого парня так много времени! Черт, ничего не делать! Я сейчас нельзя рисковать! Вырви его, говорит! Ставьте меня в покое! Я полицейский! Знаем, знаем! Нет, пожалуйста. Смотри, какая трусливая сучка. Попался. Давай. Нет. Нет. Осторожно, сверху. Полиция, бросайте оружие. ЧВКС, сука, бежим. Лицо успело? Нет, они вырмали выхарит. Хорошо, что ты в порядке. Что с Сальмой? Она добралась до эпицентра происходящего. Теперь поворачивает назад, двигается на юг, и вы пересечете. Как быстро она двигается? Довольно быстро и равномерно. Но мы не можем быть уверены, что никто там не перехватит. Блин, что вы так быстро разговариваете и так... Вроде я немедленно говорю. Так, окей. Капслок. Капслок. Да, идти непонятно, хрен его знает. В машине кобздец. Люблю эту машину за то, что она всегда выглядит гораздо лучше, чем я. Да, и для кого, к чему вообще это все? Машина в хлам, ее больше нет. Все, да, это все. Блин, идти куда?
судя по всему, сюда. Черт, сняли твои номера. Ориентировка на полицейскую машину была отправлена в том... Отлично. Justice, тут дрыщ. Да я думаю, это не надо, да, переводить? Это и так понятно. Прекрасный день для старьевщиков, но не для всех остальных. Я бы назвал это не старьевщики, а жестянщики. Дорога закрыта. Придется объезжать. Но я вижу какую-то статую. Насколько громадную. Прекрасно. Скорее всего, это статуя майора с выставки Грина. Там проходил прощание с телом. Давай туда. Пытаюсь. Так, я не понял. Ага. Ну, нормально. Таки неплохо. Придется двигаться сейчас быстрее, пожалуйста. Да ладно, все заскриптовано, не ссы. Прорвемся. Так, там вообще жесть, тут тоже жесть. Значит, идем сюда. Обалденно красиво. Прям. Мне не дает покоя на мысль. Кто придумал устроить прощание с Грином здесь? Не знаю. Город, наверное. В конце концов, это была последняя выставка, которую он спортировал. Какая нафиг разница? Интересно, можно ли это было спланировать? Думаешь, что здесь случилось, тоже входило в план убийцы? Но это случилось именно в день похорон Грина, и началось все с него. Прорезать город и создать хаос, что ж, это сработало. Я только не знаю, было ли это целью или только шагом к цели. Не знаю, честно. Будто каждый выкрик, взвизг и вздох в городе заглушали друг друга, будто все это было бесполезно. Вот к чему вот эти вот вставки? Давайте ускоримся. Очень здесь красиво. Я прям кайфую от цветов, там от всего. Я вижу место церемонии. Отлично. Давай туда. Ну, побежали. Не, кайфово, очень-очень красиво. Чего говоришь, это статью? Мойры были богинями судьбы. Я знаю только то, что они следили за нитями жизни смертных богов. Как мило, придется добираться к ним в обход. Как там Сальма? Кажется, у нее заканчиваются силы. Сальма, вдруг, по-моему, она убегает. Она почти у статуи, помоги. Кара, глазам своим не поверил, когда система выдавила твое имя. Как тебя сюда занесло?
Все. Подождите, этот гребаный бардак на вашей совести. Мне нужно вас помнить. Не, давай по-хорошему. Слушайте, мне нужна ваша помощь. Джейн Сальма в опасности. Ты говоришь, не втягивай его. Джейн Сальма заметительный психолог. А как она связана с тобой? Погоди-ка. Она заботилась о Грине. Так? Должен вытащить ее отсюда. Ты все это время вмешиваешься в расследование. Да я потребовал тебя бросить это дело. Ну, конечно, ты не мог успокоиться. Ты арестован, босс. Чтоб тебя. Мне все равно времени нету. Ну все, теперь ты мне не босс. Осторожно, машина. Твою мать. Скажи что-нибудь, чтоб тебя. Надеюсь, это просто проблема со связью. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Мне нужна твоя помощь. Иди к статуе. Ну, знаешь ли, это как бы... О, спасибо, прошу. Не совсем близко. Что-то как бы с пулевым ранением идти. Ну, такое себе. Сальма замедлилась. Наверное, начала уставать. Она обходит статую. Ты это уже говорила. Джеймс, она остановилась. Это еще ничего не значит. Ты ее видишь? Она должна быть где-то там. Если они поймали, скажи мне, найди ее. Она должна быть где-то впереди. Ты видишь, как она? Пока не знаю. Но и я ее найду. Вот она. Черт, не стреляй! Меня прислали... Тихий звонный смех. Ты опоздал. Она моя. Как ты подчиняешь эти тела, черт побери? Что объединяет людей из всех слоев общества, от нижних до высших? Знаешь, тесты, тесты, тесты. Тесты на синхронизацию. Что объединяет людей, а? Да-да-да, тесты, тесты. Сальма ни в чем не виновата. Отпусти ее. Не виновата? Сальма знала самые мрачные тайны этого мира. И ничего не сделала. Ничего. Чего ты хочешь от меня? От тебя? Ничего. Ты чистая случайность. Хотя твое упорство восхищает. Как и способность к трезвым нравственным суждениям. Трезвым? Если ты понимаешь, что этот мир прогнил, почему продолжаешь его защищать? Он у меня в крови, а от привычек не так-то просто избавиться.
и слепо выполнял свой долг, но видел настоящее лицо высшего общества. А ты от них отличаешься? У меня с ними ничего общего. Годами люди у меня на глазах отворачивались, притворялись слепыми. Но благодаря Сальме... У меня будет доступ к миллионам сознаний. Я доберусь до любого, кто защищает этот извращенный мир. Я позабочусь о том, чтобы огонь правосудия спалил его дотла. Я просто хочу прикончить гада, который возомнил себя спасителем мира. Обычный день. Идиот, ты не понимаешь. Слушай, давай договоримся. Просто дай мне это тело, и я оставлю тебя в покое. Прости, но мне нужна именно Сальма для моего плана. У меня плохие новости. Это не ее тело, сволочь. Все только думают, что о телах. Главное, она сама, ее Ихарит, ее возможности. Сколько невинных ты собираешься приговорить смерти? Или отправить в банк? Цель оправдывает средства. Сальма! Ты меня слышишь? Ты можешь вернуть себе контроль. Борись с ним. Она больше тебя не слышит. Я не влияю на нее так, как на тебя, или Грина, или Ковалева. Мы стали единым целым. У тебя нет выбора. Сдавайся. Последний вопрос. Это ты отравил мою жену? Ее жажда жизни угасла давным-давно. Я просто помог ей. Освободил. А теперь я тебя освобожу. Но дело. Выходи. Ну, давай. Третий раз повезет. Что? Ты все равно не смог бы спустить курок. Тело, значит, для тебя все. Тело и тлеющая в нем жизнь, полная страхов, изуродованная травмами, психотравмами. Пора покончить с этим, Джеймс. Я пытался нажимать. Не сопротивляйся. Неужели тебе так сложно понять? Ты живешь украденную жизнь, все ради чего? Чтобы всех подвести, чтобы провалиться? Да блин! Ну не дают! Я быстро нажимал на кнопку, но блин, камон. Так нечестно. Тебе следует сказать мне спасибо. За что? Вот тебе твое спасибо, мудила. Сара. Джеймс. Прости, я должен был его остановить. Он завладел твоим телом. Нет, пожалуйста, только не мое тело. У меня больше ничего нет. За что?
чел. Мрачненько. Я не спешила тебе звонить. Разумеется, я знала, что ты не ответишь, но это все равно было нелегко. Но ночами меня до сих пор преследуют обрывки наших разговоров. Я все еще не могу сложить. Думал, у тебя были свои причины, заставляя себя так думать. Я пыталась вытянуть из Сальмы хоть какие-то сведения, она полностью от меня отстранилась, даже удалив шитый GPS-трекер. Я думала, что это конец. И вот однажды явились какие-то крупные шишки. Я пострелил одного из них. Дурацкое недоразумение. Опять. И представь себе, я не могла, что Сальма кого-то пришлет. Она договорилась о смене тела и перевела плату. А из-за бунтов никому даже не пришло в голову меня допросить. Так что, можно сказать, мне наконец-то улыбнулась удача. Если провернуть подобное еще пару раз, у меня будет достаточно денег, чтобы вызволить Тейлор. Я буду бороться за нее. Как ты боролся за Рэйчел. Береги себя, напарник. Что ж, ребятушки, вот такой вот финал. Грустный финал. Ничего не могу сказать. Что вы думаете по этому поводу? И есть ли смысл еще разочек перепройти игру, так как она довольно-таки короткая и просто где-то местами что-то поменять. Мне кажется, в этом может быть смысл. Ну, давайте узнаем, что будет, если нажать Escape. Будет ли просто, да, заставка. Поэтому, ребятушки, на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока.